Продолжаем выпуск. В Иркутске появится полоса для общественного транспорта. Такая практика будет применена в городе впервые. Сейчас в столице Приангарья продолжается ремонт автомобильной дороги на улице Трактовой. Готовность составляет 30%. По словам мэра города Руслана Болотова, особенность объекта – выделенной полосе для общественного транспорта в оба направления. Как показывает опыт других территорий, она помогает бороться с заторами на дорогах и повышает комфорт пассажиров. Кроме того, наличие таких специальных полос является одним из условий для участия в федеральных программах для получения финансирования на обновление общественного транспорта. Поэтому подобную практику намерены внедрять в областном центре и дальше.